Аппаратное совещание председатель правительства Александр Смекалин начал с состояния на дорогах области. В последнее время безопасность автодорожного движения стала уделяться повышенное внимание. Не обошлись и минувшие выходные без ДТП. В Кишкаемском районе двое несовершеннолетних на мотоцикле совершили лобовое столкновение с ВАЗ-2199. Слава богу, все обошлось, но, как показывает тенденция, безопасность дорожного на дорогах у нас еще все очень-очень не в порядке. Председатель правительства поручил держать эту проблему на контроле. Следующим на повестке дня стал вопрос о ситуации в Кузоватском районе, где произошла вспышка африканской чумы свиней. В настоящее время проводятся карантинные мероприятия. В результате подворового обхода изъято 221 голова свиней для уничтожения. Всю финансовую сторону по компенсации понесенного ущерба взяло на себя областное правительство. В угрожаемой зоне, про которую мы проговаривали, это села около Кузоватого, где находится 330 голов свинопоголовья, находится под контролем ветеринарной службы, проводится ежедневный осмотр клинический. Сегодня на данный момент признаков выявления заболевания не выявлено. Приняты меры по ликвидации угрозы в охотничьих хозяйствах. Отсюда, как считается, пришла зараза. Следующий вопрос касался содержания придомовых территорий. Министр энергетики, ЖКХ и городской среды Александр Черепан докладывал о проведении проверок и ее состоянии. Работа проводится по поручению губернатора Сергея Морозова. За эту неделю прошло свыше 3000 обследований. В 1000 случаев выявлены нарушения. 2/3 замечаний устраняются тут же в течение там, суток. Письменных выдается из общего объема где-то процентов 30-35 от количества выявленных нарушений. И половина из них, даже чуть больше, процентов 60, устраняется в недельный срок, на период которого дается само предписание. Председатель правительства напомнил, что должны существовать четкие правила приведения дворов в порядок. Министр ответил, что сейчас стандарт благоустройства проходит согласование с прокуратурой. Продолжается подготовка к отопительному сезону. Во многих районах она ведется с опережением. Лидируют в рейтинге Старомайнский, Новомалыклинский, Сурский, Радищевский, Цельнинский районы. По муниципальным образованиям сегодня все идут с опережением графика хотя бы на 0,3%. Готовится в области к еще одному важному ежегодному событию – началу учебного года. Продолжается проведение благотворительной акции «Помоги собраться в школу». В помощи нуждаются 20 тысяч детей. Почти 14 тысяч уже получили необходимые вещи. Необходимо активизировать работу по обеспечению спортивной одежды, а также верхней одежды детей. И ускорить выдачу дисконтных карт первоклассников. Председатель правительства напомнил, что времени осталось чуть более месяца. И потребовал усилить работу муниципальных образований по данному направлению. Егор Титов, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.